сказал Бог. Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет пища. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Кто накормит нас мясом? Кто накормит нас мясом? Даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней и не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полны крови. Обмойтесь. Научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Блаженные милостивы, ибо они –